Району не хватает медицинских кадров. Эта проблема стала главной в повестке вчерашнего совещания, которое прошло в актовом зале центральной больницы. Провел его главный врач района медорганизации Заурбий Хашев. В работе совещания принимали участие сотрудники поликлиники и Натырбовской врачебной амбулатории. О нехватке медицинских кадров сейчас говорят почти во всех медучреждениях страны. Не исключение и наш район. Особенно остро стоит этот вопрос в Натырбовской амбулатории. Современные проблемы развития кадров здравоохранения, они связаны с дефицитом персонала, оказывающего первичную медицинскую помощь, и сосредоточением медицинских работников в крупных городах. К сожалению, для нас эта проблема, она актуальна. И пока дефицит кадров не будет решен, мы не можем говорить ни о доступности, ни о высоком качестве медицинской помощи. На сегодняшний день остро стоит кадровый дефицит среднего медицинского персонала на Тырбовской врачебной амбулатории. Также было отмечено, что местная амбулатория испытывает нехватку персонала по розничной торговле лекарственными препаратами. Главный врач районной больницы призвал коллег сообща решать существующие проблемы. Обеспечить население лекарственными препаратами путем их розничной продажи – наша с вами задача и обязанность, установленная федеральным законом. По итогам совещания вопрос дефицита кадров в плане реализации лекарственной продукции в Натырбовской врачебной амбулатории был решен положительно.